флагман системы профессионального образования в регионе. Это об Архангельском педагогическом колледже. Он отметил свой 90-летний юбилей. О людях, обладающих большим потенциалом, в сюжете Александра Богдановича. Здесь учатся будущие педагоги дополнительного образования, воспитатели детских садов и учителя начальных классов. Есть здесь и мужские профессии. Виктор Миролюбов обучает студентов столярному делу. Воспитанники Виктора – постоянные участники и победители конкурса профмастерства WorldSkills. Я всем говорю, как я сюда попал, я сейчас до сих пор не знаю. Потому как, не ожидал от себя такого. И уже 12 лет здесь проработал. И с каждым годом мне больше всего нравится здесь работать. Сегодня в Архангельском педколледже обучаются более 1300 студентов. Мы готовим кадры по тем специальностям, которые требуются в экономике Архангельской области. Качество нашей подготовки подкреплено профессиональной общественной аккредитацией. Это значит, что мы соответствуем требованиям работодателей. Вы выполняете важнейшую социальную миссию, являясь учителями для будущих учителей. Это очень ответственная, очень почетная задача, особенно в условиях, когда со стороны общества растет требование к качеству образования. Мы ставим перед собой задачи по новому формату воспитания современной молодежи. И вы, конечно, с этой задачей справляетесь на отлично. В планах Архангельского педагогического колледжа открыть новые направления – специальное дошкольное образование и коррекционную педагогику. Александр Богданович, Светлана Михеевская, Регион 29.